Срочные новости приходят из Мали. В ее столице Бамако произошла атака на популярный среди иностранцев отель. К этой минуте известно, что среди заложников 170 человек, 9 уже погибли, есть раненые. В гостинице «Рэдисон Блю» граждане Франции, Турции, Китая, Индии. Здание оцеплено полицейскими. По информации агентства Reuters, боевики освободили несколько заложников, включая тех, кто смог прочитать отрывки из Корана. И как только что мне сообщили, армия Мали начала штурм отеля, 20 человек освобождены. Согласно информации агентства France Press, нападение совершили исламисты. Они заняли 7-й этаж здания. Это не первая подобная атака в стране. Летом радикалы напали на отель в малийском городе Севаре. Тогда погибли солдаты и 5 сотрудников ООН. 4 боевиков были ликвидированы. Мы следим за развитием событий. Подробности в наших следующих выпусках.